Що робити, коли починаєш жити вигадками? Оксан, ти не учишся на своїх ошибках, да? І чи варто намагатися повернути втрачене кохання? Якщо ти хочеш, щоб ми були разом, ти повинна дати ці показання. Двадцятидев'ятирічна Оксана Мартинюк працювала продавцем у невеликому магазині поблизу автостанції містечка Олександрії на Кіровоградщині. Привіт. Привіт. Представляєш, мої однокласники мене відшукали. На зустрічі випускників приглашають. 12 років вже. Коли їдеш? Не знаю я, їхати ли мені взагалі туди. У мене нет ні обуви нормальної. Ненормальной одежды. Слушай, ты нашла проблему? Хочешь, я у сеструхи шмотки возьму? Ее папашка завалил Гуччи, Шмуччи, а ты в ее тряпье влезешь? М? Не в тряпье дело. А в чем? У меня была любовь. Большая любовь. Первая. Андреем звали. Мы даже с ним жениться думали. И вот однажды на выпускном я застукала его с нашей одноклассницей и моей лучшей подругой Милой. Мы, конечно же, расстались. Они поженились сразу же после выпускного. Он же сволочь, а? Слушай, ну тогда тем более нужно поехать и плюнуть им в рожу. Я тогда за Юрку сразу замуж выскочила. В автобусе с ним познакомились. Я вот 12 лет мечтала, как я встречу у Андрея и Милу. Они такие бедные, несчастные. А я на крутой тачке, шубе, в бриллиантах. И что у меня? Нет ни машины нормальной, ни шубы, ни даже тебе бриллиантика поганого. Слушай, подруга, ну не в брюлях и в шубе же счастье. Я считаю, нужно ехать. Сделаем из тебя конфетку, а там кто знает, что у тебя в жизни на самом деле происходит. Я не знаю, о чем я тогда только думала, но предложение Полины меня так увлекло надеть какое-то красивое платье, прическу себе сделать классную и вообще показать себя королевой перед бывшими одноклассниками. Ну, а тут мне еще и Юрка подвернулся. Привет. А ты откуда здесь взялся? Да вот, за тобой зашел. У тебя же смена заканчивается. Дай, думаю, домой проведу. Оксан, тебя ждать? Да, подожди меня, пожалуйста, на улице. Я тебе уже устала повторять, что между нами все кончено. Зачем ты так? Ну я же к тебе со всей душой. Ну может тебе помощь какая-то нужна? Так ты сказала бы, чем смогу, помогу. Дай мне денег на маникюр и прическу. А ты куда-то собралась? На свидание. На свидание? Да ладно. Меня просто одноклассники на встречу выпускников пригласили. Ну, так сразу бы и сказала. Я, правда, в ваших этих женских штучках не очень. Надеюсь, этого хватит? Хватит. Ну, так, может, я тебя домой проведу? Давай как-то в следующий раз. Мне в жизни не везло с мужчинами. Сначала Андрей мне изменил, потом и Юра. Я не захотела, в общем, жить с предателем. Но вот его деньги тогда мне очень помогли. Наступного тижня Оксана поїхала до рідного Харкова на зустріч випускників. Дівчина витратила майже всі гроші, щоб мати гарний вигляд. Та вона сама не очікувала на те, яке враження справить на колишніх однокласників. С ума сойти! Я тебя вообще не узнала! Привет. Привет. Отлично выглядишь. Спасибо. Привет.
Вот уж не ожидала тебя увидеть такой. А какой ожидала? Ну, в школе ты была такой себе милой мышкой. Ты в своем репертуаре. Пойдем, может, за стол сядем? Чего тут торчать? Андрюш, помоги мне раздеться. Конечно. Рассказывай, ну кем работаешь, кто ты, где ты, с кем ты? Ой, ну что я? У меня бизнес свой в Александрии частный. Так, ничего особенного. Десяток людей в подчинении. 10 человек? Ничего себе, ничего особенного. Но на жизнь не хватает. За тебя. Прекрасный тост. Мне казалось, что он вообще не сводит с меня глаз. Несмотря на то, что рядом сидела Мила. Но самое ужасное было то, что когда я его увидела, я поняла, никуда мои чувства так и не делись. Я сразу поняла, о ком ты говоришь. Да, мне... А классно здесь, правда? Да. Сплетню, кстати, хотите? Андрюшка наш с Милкой-то разводится. Да ладно. Серьезно, уже даже говорят, заявление подали в ЗАГС. Оксанка, вот ты где, я тебя потерял. Пойдем внутрь, замерзнешь. Ну, пойдем. Вот так. Увесь вечір Андрій ні на крок не відходив від Оксани. І, здавалося, не збирався з нею розлучатись і після зустрічі. Ну все, пока, дівчинки. Сліва, дорога. Пока, Оксана. Оксанка, а ти де остановилась? Я в Престиж-Паласі остановилась. Ого, ти крутая. Так, гостиничка ничего, но мне понравилось. Я тебя провожу. Нет. Нет, я вызову такси, так что не стоит. Нет. Стоит. Я тебя одну на ночь глядя такую красавицу не отпущу. Пока, Оксанка, звони. Не пропадай. Пока-пока. Пока, Андрюш. Пока, Мил. Меня просто разрывало на части. С одной стороны, я хотела побыть подольше с Андреем, а с другой, ни в какой гостинице Престиж Палас я не останавливалась. Я прекрасно понимала, что в любой момент мой обман может раскрыться. А ты похорошела. Красивая такая стала и успешная. Да ладно. Ты тоже отлично выглядишь. В жизни, наверное, все сложилось, да? Какое там? Одни проблемы. С Милой мы разводимся. Не удалась семейная жизнь. Слушай, Оксан, я бы так хотел все вернуть и снова быть с тобой вместе. Мы уже пришли. Я провожу тебя до номера. Нет. Не надо, я дальше сама, хорошо? Я пошла. Когда меня Андрей захотел поцеловать, у меня все внутри перевернулось. Мне тоже этого очень хотелось. Но 12 лет назад этот человек меня предал. К тому же он все еще был женат на Миле. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я могу вам чем-то помочь? Прошу прощения, нужна какая-то помощь? Ау. Нет, извините, я ошиблась. На самом деле, я тогда сняла маленькую комнату на окраине города. Да, врать, конечно, нехорошо. Но я 12 лет ждала этой встречи. И тем более, мой план удался. Мила и Андрей поверили, что я успешная, богатая женщина. Хотя это казалось сомнительным удовольствием, ощущалась какая-то горечь внутри. І вскорі цю горіч мені довелося відчути сповна. Дівчина постійно думала про Андрія. Як було б добре, якби її вигадане життя насправді було реальне. Дівчинка, 5 гривень ще. Извините, пожалуйста. Знаю я ваше извините. Слушай, подруга. Ты после этой встречи прям не в себе. Колись давай, что там было-то?
Да, Андрей. Думаешь обо мне? Не очень приятно. Девушка, мясо свежее у вас? Продайте мне кусочек на буженинку. Да, решила заскочить в магазин. Что? Ты хочешь на выходных приехать? Девушка, в конце концов, дайте мясо кусочек. Надо запретить этой мобилке на работе вообще. Мужчина, не нервничайте. Какое вам мясо? Ну, вот этот на буженинку, да. Нет, Андрей, у меня на выходных очень много работы. С вас 100 гривен. 100 гривен? Нет, я тоже тебя очень хочу увидеть. Приходите. Ну, хорошо, приезжай. Ну, все. Доигралась. Я не смогла ему отказать. Он меня так упрашивал, что сказал, что даже ужин мне приготовит, пока я буду на работе. Нифига себе. И что теперь делать? Все. Плакал мой образ шикарной женщины. Как я его отведу в свою квартирку? Полина. Полина, одолжи мне, пожалуйста, денег. Оксан, я бы с радостью, но ты же знаешь, что я в долгах, ну, как в шелках. На первый взгляд мой план был бредовым. Но я решила рисковать, так рисковать. Привет. Привет. А это тебе? Ты мне деньги принес? Да, принес. Вот, возьми. Оксан, я сказать тебе хотел, ну прости ты меня, ну дураком был, ну 100 раз уже успел пожалеть. Ну, может, давай все начнем сначала, а? Ты меня извини, у меня очень мало времени. Спасибо за деньги. Ну, я пойду? За гроші Юрія Оксана на 2 доби орендувала квартиру в самісінькому центрі міста. Здавалось, усе йшло за планом. Ого, подруга, квартирка просто шик. Да, класно. Ти знаєш, а я даже рада, що так все случилось. Я хоч раз в житті почувствую себе белим чоловіком в таких хоромах. Да еще и с любимым мужчиной. Боюсь сглазить свое счастье. А это тебе. Смотри, у сеструхи прихватила. Будешь в нем соблазнять своего принца. Классно. О, слушай, ну я побежала. Мне еще дочку садика забирать. Так что давай, держись. Давай, спасибо. Все. Пока. Пока. Во мне откуда ни возьмись проснулся азарт. Еще бы, дома, на работе все как-то скучно, однообразно. А тут столько событий и, главное, возможность почувствовать себя другой. Знала бы я, во что мне все это выльется. Андрей приехал того самого вечера. Привет. Привет. Красиво живешь. Да ладно, здесь давно пора делать ремонт. Ты проходи, проходи. Оксанка, слушай, у меня телефон разрядился. Где у тебя розетка? Держи. Розетка? Чуть не выдала себя из-за этой дурацкой розетки. Но это было только начало. Оксан, ты заработалась, походу, уже, да? Не отдыхаешь? Извини, я немного переживаю. Иди ко мне. Я очень скучал. Я. Ты, наверное, голоден? Пойдем, я тебя покормлю. Присаживайся. Так, салатик. Пожалуйста. Котлетку будешь? Оксан, я не голоден. Можно просто чаю? Чай? Конечно, можно. Где-то здесь у меня были чашки. Совсем заработалась, знаешь.
забыла, что у меня дома есть, чего нет. Что ж ты себя так не бережешь? Себя беречь надо и любить. Ты, кстати, с мужем, говорят, развелась, да? Да, развелась. 9 лет были вместе, представляешь? И вот теперь нас ничего не связывает. Нет, машина. Машина? Угу. Иномарка простенькая. Так стоит пылиться в гараже. Оксан, ты прости меня за то, что я тогда к Милке ушел. Идиотом был. Я сразу понял, что это ошибка, но ты потом замуж выскочила, и я как-то не осмелился. Андрей, я... Не говори ничего. То, что случилось дальше, казалось настоящим сном. Но это была реальность. Я снова влюбилась в Андрея как девчонка. Совсем голову потеряла. Доброе утро, любимая. Доброе утро. Извини, я немного опаздываю уже. В офис? Воскресенье? Ну да. А что делать? Так, еда на плите. Ключи я тебе оставила. Если что, ты мне звони. Хорошо. Возвращайся скорее, я уже скучаю. Я постараюсь. Ну все, пока. До встречи. Та замість зручного офісу на Оксану чекав робочий день у магазині. Вона неабияк запізнювалась, і її колега Поліна була від цього не в захваті. Привіт. Привіт. Пожалуйста, з вас 25 гривень. Да. Ви вже вибрали м'ясо? Вот этот. Какой? Вот это, да? Вот этот. Спасибо. Всего доброго. Где тебя носила все утро? В твоем отделе полно покупателей. Я одна не могу справиться. Ну, прости меня, Полиночка. Я была с Андреем, и я еле заставила себя встать с кровати. Как у вас все было? А, Оксан, ну ты же понимаешь, что ты должна будешь все ему рассказать. Ну... Мне как-то сейчас все равно. Я сейчас настолько счастлива, что я не хочу ни о чем думать. Ты меня понимаешь? Да. Я и правда даже думать не хотела о будущем. Я надеялась, что Андрей полюбит меня так же, как и я его, и простит меня. Но все пошло не так, как я рассчитывала. Увечері Андрій чекав на Оксану вдома. Это у нас романтический ужин? Да. Чоловік приготував смачну вечерю. Проте, незважаючи на романтичну атмосферу, Оксана помітила, що Андрій чимось занепокоєний. У тебе все в порядке? Ти как будто без настроєння. Я не хочу тебя грузить своїми проблемами. А що случилось? Да на прошлой неделе ударил свою машину, попал в ДТП с крутой тачкой и улетел на реальные деньги. Теперь меня прессует владелец тачки, он у нас крупная шишка в Харькове, а у меня денег нет. Да и работаю я торговым представителем, мне без машины ни туда, ни сюда. А в наше время, сама знаешь, работу просто так не сменить. Так возьми мою машину, она все равно бестолку стоит в гараже. Ты серьезно? Ну да. Слушай, Оксанка, а ты можешь дать мне денег на ремонт моей машины? Хотя бы 1000 баксов. Я вижу, у тебя деньги в бизнесе нормально идут. А я тебе верну через пару дней. Мне как раз друг должен долг отдать. Ну, да. Я думаю, я могу тебе дать на пару дней. Ладно, с той машиной, она и так в гараже пылилась. Но я не могла отказать Андрею в деньгах, иначе бы он понял, что вся моя красивая жизнь – мыльный пузырь. Только вот я не представляла, где мне их взять.
Наступного дня Оксана вирішила здати в ломбард золоті прикраси, які залишилися їй від батьків. Хочу здати вот ці украшення. Дівчина була впевнена, що за кілька днів Андрій, як і обіцяв, поверне борг, і вона зможе викупити коштовності. Візьміться пальмурем, от заповніться. За все это вы сможете получить 1500 гривен. Как? Всего 1500 гривен? Да, такие у нас расценки. А что вас удивляет? Вы можете не сдавать, вас никто не заставляет. Я буду сдавать. Хорошо. Спасибо. Денег из ломбарда явно было мало. Поэтому я решила позвонить бывшему и попросить у него в долг. Но знала бы я, во что ввязываюсь, привет, никогда бы не набирала его номер. Извини, я опоздала. Ты давно ждешь? Да нет, минут 15. Хотя вообще-то могли бы и дома встретиться, чаю попить, нормально посидеть, поговорить, а не здесь, вот в парке мерзнуть. Как будто ты не знаешь, где у меня в моей 9-метровке чаи распивать. Так я тебе давно предлагал ко мне вернуться. Наша песня хороша, начиная сначала. А помнится, месяц тому назад ты совсем по-другому говорила. И была не против вернуться ко мне. Ну, то, что было месяц назад, было ошибкой. Я об этом, знаешь, очень жалею. Да. Тут и вправду не жарко. Так ты деньги принес? Принес. Вот. Здесь 6000. Слушай, Оксана, а зачем тебе столько много денег? Сначала 1000 занимала, сейчас 6. Давай без запросов, ладно? Я тебе деньги верну через пару дней. Ну, максимум через неделю. Спасибо тебе большое. Тут холодно. Я пошла, хорошо? Пока. Пока. Вихідні швидко промайнули, і Андрій мав повертатися до Харкова. Не нове, звісно, але все одно спасибо. Спасибо, Оксанка. Ну от, документи. І ключі. Да. Здесь 7500. Все, що вдалося видернути з оборота. Спасибо, сонечко. Так, ну, пока. Пока. Береги себя. Ты тоже. Я буду скучать. Я тоже. Мне уже самой было тошно, что я так забралась. Но куда было деваться с подводной лодки? Минув тиждень, та за весь цей час Андрій жодного разу не зателефонував Оксані. Його мобільний був вимкненим. Дівчина не знаходила собі місця від хвилювання. Напевне, з ним щось сталося. Ой. Ну то приходи. Спасибо. Оксана, что, так и не нашелся? Как в воду канула. Я уже не могу ни есть, ни пить. У меня внутри просто все. А вдруг с ним что-то случилось? Что-то так голова кружится. Оксана. Оксана! 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 Що сталося з Оксаною? Та яка приголомшлива новина чекає на дівчину? Що-то так голова кружиться. Оксана. Оксана! 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 Швидка допомога доправила Оксану до міської лікарні. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну как ваше самочувствие? Уже намного лучше. Голова, слава богу, не кружится. Замечательно. Ну что, можно вас поздравить? Чем? Вы беременны? Как это я беременна? Очень просто. Вот срок около 5 недель. Какие 5 недель? Ну, неделя максимум. Нет, ну какая неделя? Срок 5 недель, но есть небольшой риск для плода. Вам нужно полежать у нас на сохранении, прокапаться. Да не переживайте вы так. Недельку-другую побудете под нашим наблюдением, все будет в порядке. Я давно мечтала о ребенке, но это было так неожиданно. Если что, я в ординаторской, прямо и по коридору налево. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Оксан, привет. Привет. Оксан, ну сколько раз я тебе говорила, что твои нервы сведут тебя в могилу. Полина, я беременна. Что? Так надо найти Андрея и все ему рассказать. Отец ребенка не Андрей. Как не Андрей? А кто? Юра. Срок беременности 5 недель. Как Юра? Мы с Юрой сразу после развода. Ну, ты, короче, поняла. Он-то, конечно, продолжает бегать за мной, но на Юре это точно крест. А вот буду ли я нужна Андрею чужим ребенком? Вот это еще вопрос. Слушай, а если сказать Андрею, что это его ребенок? Нет, хватит уже. Я и так уже... Забралась, блин, по самой не могу. Оксана, Господи, Оксана. Как я тогда жалела, что этот ребенок не от Андрея. Всупереч рекомендаціям лікарів, Оксана того самого дня виписалася із лікарні і поїхала до Харкова. Оскільки адреси Андрія в неї не було, дівчина вирішила шукати його в батьківській квартирі. Вона навіть не підозрювала, що там на неї чекає. Андрій? Оксана, что ты здесь делаешь? Нет, это ты мне скажи, что ты тут с ней делаешь? Милка здесь живет, я ей вещи отвозил. Ну, в общем, вы пока тут разбирайтесь, а я пойду. Ну, а почему у тебя телефон был отключен? Я тебе неделю не могла дозвониться. Я потерял телефон и еще карточку не восстановил. Зайчик, ну ты чего? Я как только разведусь с Милой, мы с тобой сразу поженимся. Слушай, мне тебе надо кое-что рассказать. Слушай, это может подождать? У меня очень срочное дело. И, кстати, ты бы мне могла в этом деле помочь. Я помочь тебе? Да. Ну, а что за дело? Слушай, дело несложное. Всего минут 15 займет. Но ты меня очень выручишь. Хорошо? Ну, давай. Поехали, я тебе все по дороге объясню. Я, когда увидела Андрея, успокоилась. Он был таким родным и уютным. Почему-то я решила, что все у нас будет хорошо. Я смогу ему довериться. Но он меня удивил. Я не пойму, куда ты меня привез? Помнишь, я тебе рассказывал, что попал в ДТП? Помню. Так вот, помимо столкновения, там еще был сбит человек. Ты сбил человека? Нет, за рулем был не я. За день до ДТП я уехал в командировку, машину оставил Милле. В ГАИ считают, что это она была за рулем. Но водитель второй машины потерял сознание, он не видел, Мила была это или нет. Так я не поняла, кто там был? За день до ДТП машину украли. То есть в ДТП попал сам вор. Но он скрылся. Я приехал из командировки, написал заявление в милицию. А Милле придется отдуваться за то, чего она не совершала. Я не поняла, ты мне зачем это все рассказываешь? Оксан, у Милы нет алиби. В тот день она была дома, но она была дома одна. И никто не может этого подтвердить. Я прошу тебя сказать следователю, что вы с Милой подруги, и в тот день вы были вместе. А почему это я должна выгораживать твою Милу? А Мила меня шантажирует, она мне не дает развод. Но если я ей помогу в этом деле, она мне по-любому даст вольную. Пожалуйста, если ты хочешь, чтобы мы были вместе, ты должна дать эти показания.
Хорошо? Хорошо. Спасибо. Умничка моя, пойдем. Пересилюючи себе, Оксана надала свідчення, про які її просив Андрій. Вона розуміла, що виправдати Мілу – це єдиний шанс покласти край її шантажу, а отже, бути з Андрієм. Ну що, ти сказала все, як я просив? Да? Умничка моя, ти мені золото. Я не змогла розказати Андрію о том, що беременна. Решила подождать более подходящего момента. Но дальше все пошло наперекосяк. Как говорится, все тайное становится явным, и порой это происходит в самый неподходящий момент. Ну, спасибо. Ты знаешь, Полин, я такая счастливая. Скоро мы с Андрюшкой поженимся. Переедем в родной Харьков. А что с ребенком? Я ему еще не говорила. Но я уверена, что он его примет. А как же Юра? Он ведь отец. Ну что Юра? Юра уже давным-давно в прошлом. Так, макарон нужно заказать. Говядины. Добрый день. Добрый. Надо на понедельник свинину еще заказать. Оксана. Як відреагує Андрій на правду? Чи не зміняться його почуття до Оксани? Так, макарон нужно заказать. Говядины. Добрый день. Добрый. Надо на понедельник свинину еще заказать. Оксана. А ты что здесь делаешь? Я зашел на ужин купить кое-чего. Вот эта встреча. Так вот это вот твой офис получается, да? Ну, понимаешь... Интересно. Так получается, ты мне все время врала? И про бизнес свой, и про десяток подчиненных. Класс. Андрей, я... Не хочу я тебя слушать. И видеть тоже не хочу. Козел! Оксана. Оксана. Ну, все, ну не плачь. Оксана не знала, як бути далі. Вона була впевнена, що після того, як її брехня відкрилась, Андрій вже ніколи не захоче мати з нею стосунки. Привіт, Оксан. Привіт, Поліна. Держи, це тобі. Ребенку нужны вітаміни. Ну, а ти як сама, а? Ай, не спрашивай мене. Слушай, ну ти чого? Тебе нельзя волноваться. Подумай о ребенке. Да мне уже как-то все равно. Как это все равно, Оксана? Слушай, поедь к Андрею. Поговори с ним по душам. Если он тебя любит, он тебя простит. Не знаю, простит он меня или не простит. Но он мне денег должен, не отдает. Тут еще и Юра напоминает. Я же ему машину отдала. На звонки не отвечает. Я поеду завтра. Ну, конечно. На самом деле, мне было плевать и на долг, и на машину, и на Юру. Я просто искала повода увидеться с Андреем. Я надеялась, что он остынет и простит меня. Кто такой маленький? Я тут решила к Андрею прийти, да? К Андрею? Так они с Милкой снова вместе. Да, они вроде и не расставались. Ну, может, если расставались, то на время. Нет, они расстались, я-то это уж точно знаю, да? Да ладно. Я здесь с коляской каждый день гуляю, их вместе вижу. Слушай, или тебе Андрюха наплел уже чего? Ой, Оксана, ты же вроде умная, а мужику на слово поверила. Все у них с Милкой хорошо. Знаешь ли, Милой броняться только тешится.
Мила с Андреем не могут быть вместе, и все это, дорогая моя, твои сплетни. Ну да, они могут быть вместе, сплетни. Да-да, вот, кстати, сплетни. Ой, дурочка ты, Оксана. Правда поверила, что расстались? Андрюху не знаешь, что ли? Так, это раз. Это два. Это что такое? Тебе кто дал право давать мою машину Миле? О, наша бизнес-леди прикатила. Хотя, как мы могли ей поверить? За мухрышкой была, за мухрышкой и осталась. Тебя вообще никто не спрашивает. Оксана, не надо скандалить. Ты был с ней и со мной одновременно? А не надо из себя жертву устроить. Ты мне тоже лапшу на уши вешала. Бизнес у нее. Как ты вообще могла поверить в том, что Андрей бросит меня ради такой, как ты? Ты в зеркало на себя посмотри. Ладно. Хотите быть вместе? Совет вам да любовь. Но ты мне сначала долг верни. И прямо сейчас. Прямо сейчас? Да. Где я тебе прямо сейчас деньги возьму? Нарисую. Нет у меня денег. Когда будут, я тебе сообщу. Машину мне верни. Да не вопрос. Забирай свою разборюку. Когда Андрей застал меня врасплох в магазине, мне не было так больно, как после новости, что он до сих пор с Милой. Но оказалось, что и это не самое сложное испытание. А вы Мартынюк, Оксана Олеговна? Да, это я. Старший следователь Евдокимов. Из Харькова получена ориентировка. Вы должны явиться к нам для выяснения обстоятельств по делу о ДТП в Харькове. Ну, а что случилось? Найдены доказательства, что за рулем автомобиля находилась гражданка Бондаренко. И именно она совершила наезд. Поэтому автомобиль никто не угонял. Вы обвиняетесь в даче ложных показаний. Чи уникне Оксана кримінальної відповідальності? Ти не учишся на своїх ошибках, да? Та до чого призведе подвійна гра дівчини? Двадцятидев'ятирічна продавчиня Оксана Мартинюк на зустрічі однокласників зустріла своє шкільне кохання. Щоби втримати Андрія, Оксана вдає із себе заможну бізнес-леді. Між ними спалахують нові почуття, і Андрій просить Оксану дати неправдиві свідчення вдаї. А згодом дізнається, що дівчина геть не та, за кого себе мала. Оксана дізнається, що вагітна від свого колишнього чоловіка. Що буде з жінкою далі? Ви обміняєтесь в дачі ложних показань. Я жду вас завтра в участке. Это была последняя капля. Расплата за все то вранье, которое началось еще в день встречи выпускников. Робочий день Оксани скінчився. Вона була вагітною та одинокою. Її батьківські прикраси лежали в ломбарді. Завдяки Андрію жінка мала величезний борг. І до всього їй загрожувало тюремне ув'язнення. Ти за долгом? У мене денег нет. Да я совсем не за этим. Извини, я очень устала. Оксан, подожди, у меня для тебя кое-что есть. Вот. Откуда они у тебя? Мне Полина позвонила, все рассказала. Кстати, еще говорила, что ты вроде бы поговорить хочешь, что-то рассказать. Да, Юр. Я тебе хотела сказать... Извини, кто-то звонит. Алло, да? Хорошо, да, завтра подменю. Но дальше, понимаешь, с этим надо что-то решать. Пожалуйста, давай, хорошо, счастливо. Извини. Что ты хотела сказать? Да, Юр. Меня мой бывший одноклассник подставил и заставил дать ложные показания в ГАИ. Теперь все раскрылось, и меня могут посадить. Оксан, ну ты даешь. Ну а ты чем ты думала? Чем думала, тем думала. Может, ты у Вовки проконсультируешься, что можно сделать в такой ситуации? Да, конечно, попробуем. Ну, а как иначе? Слушай, давай так. Я сначала разузнаю, что к чему, и, да, думаю, что-то придумаем. А сейчас давай я тебя лучше домой проведу, чтобы ты снова чего-нибудь натворила. Юр, спасибо тебе за все. Да. Пойдем.
Юрка меня удивил. Я видела перед собой другого человека. Возможно, если бы не его измена, мы могли бы быть вместе. Но я смотрела на него и понимала, что он просто друг. Уранці Юрій заїхав за колишньою дружиною, і вони поїхали до Харкова в міліцію. Колишній чоловік порадився з другом юристом, і той підказав, як потрібно діяти в ситуації, що склалася. Ходіть. Здравствуйте. Я по ділу ДТП в Харкові. Я помню. Я хочу подать встречное заявление и сообщить следствию кое-что очень важное. Присаживайтесь, рассказывайте. Муж Милы Бондаренко должен мне крупную сумму денег. И тогда Оксана рассказала следчему, как все было на самом деле. Дать ложные показания следствию. Да, я подтверждаю, я свидетель. А вы не муж ее? Близкие родственники? Свидетелями не могут быть. Да нет, не муж, к сожалению. Тогда пишите. Після того, як Оксана написала зустрічну заяву в міліцію, події почали стрімко розвиватися. Уже за два дні в її квартирі пролунав дзвінок. Мой адрес. А ты в заявлении указала. Оксанка, солнышко, меня в милицию вызывали. Я тебя умоляю, забери заявление. Пожалуйста, Оксан. Оксанка, послушай, ты же ничего не знаешь. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Но тогда в школе все так тупо получилось. Я сейчас узнал, меня Милка приворожила. Она меня приворожила, солнце, правда. Я никогда ее не любил так, как тебя. И не люблю. Но я делаю все, что она мне говорит. И ничего не могу с этим поделать. А мне что делать с твоими приворотами? Не бросай меня, пожалуйста. Я погибну без тебя. Чего ты хочешь? Забери заявление, Оксан. Отдай мне деньги, они не мои. Да я отдам тебе деньги. Я тебе все верну, честно. Я тебя прошу. Хочешь, уедем? Оксан, у тебя дверь открыта. Забери, Оксана, солнышко, забери, я тебя молю. Не знал, что у тебя гости. Юра, это Андрей. Ах, вот оно что. Слышь, пойдем поговорим. Не трогай меня. Встань, иди сюда. Не трогай меня, я тебе говорю. Юра, не трогай меня, Юра, тебе не говорю. Трогай его, ты же, да перестань ты. Что перестань, что перестань? Оксан, ты не учишься на своих ошибках, да? Как я сразу не понял, зачем он здесь у тебя дома? Подожди. Да ну тебя. Да ну подожди. Отстань. Пошел вон отсюда. Оксана. Я сказала тебе, пошел вон отсюда. Ты и Мила будете тебе милиции разбираться. Я ни одному его слову не поверила. Я чувствовала, что он врал. И при этом смотрел мне в глаза. Я вычеркнула Андрея из своей жизни навсегда. Хотя надо было это сделать гораздо раньше. Юр. Юр, я должна тебе кое-что рассказать. Мы с Андреем, ну, короче, у нас все кончено. Поздравляю. И еще. Ты помнишь, Полина как-то тебе сказала, что я должна тебе кое о чем очень важном рассказать. Ну, так вот. Я беременна. И кто отец? Помнишь ту нашу ночь? Ну, после развода. После того, как Юра ушел, я ясно осознала, как сильно я его люблю. Как это важно, когда в твоей жизни есть сильное мужское плечо, на которое можно опереться.